Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Вероника, добро пожаловать на канал. В этом видео я с вами поделюсь секретами ранней урожайности клубники. Еще только конец мая, мы живем в средней полосе на Урале. Это не юг, это не теплица, это открытый грунт, и у нас уже первый урожай клубники. Сегодня я вам расскажу, чем подкармливаю клубнику, чтобы первые ягоды появились уже в мае месяце. Мы их еще не собирали, это первый урожай, но тем не менее я считаю, что это очень рано, потому что у всех еще клубника у нас только цветет. Моя бабушка всегда сажала целые плантации клубники, и благодаря ее чудодейственной подкормке у нее всегда клубника была раньше, чем у всех. Она ее даже продавала и зарабатывала достаточно большие деньги на продаже клубники. Да-да-да, это действительно так. И сегодня с вами поделюсь простейшим бабушкиным рецептом подкормки клубники, благодаря чему вы тоже сможете получить ранний урожай. Итак, все легко и просто. Нужно взять 10-литровое ведро воды, пол чайной ложечки борной кислоты, на кончике чайной ложки марганцовка и 5 капель йода. Все хорошенько перемешать и дать такую подкормку клубнике с интервалом в 5 дней, буквально 3 раза подряд. И клубника сразу начинает цвести, активно плодоносить, и ягод у вас будет очень-очень много. Потрясающая подкормка, которая дает отличный результат. Советую вам попробовать, вы не пожалеете. Берите на заметку, подписывайтесь на канал. Меня зовут Вероника. Хороших вам урожаев и до новых встреч, друзья!